Вчера в 12 часу ночи у дома 11 по улице Бардина в Екатеринбурге столкнулись сразу три авто. Первым звеном автоцепочки стала «Газель», водитель которой ни с того ни с сего решил резко остановиться. Через секунду сзади под «Газель» влетела «Тойота», да так плотно, что аж задние колеса повисли в воздухе. Замкнула комбинацию «Восьмерка», въехавшая в «Тойоту». Короче говоря, автомобили россияне побили японцев со счетом 2-1. Водитель «Газели» нас неизбежно видел. Остановился, вот здесь из габаритов ничего не ехал. Не поворот, не Причина такого совокупления выяснилась довольно быстро. Она сидела за штурвалом «Газели» и что-то очень бурно обсуждала со своей спутницей. Наверное, газелисту оказалось слишком сложно одновременно быть пьяным, быть водителем, да еще и разговаривать. И он решил упростить себе задачу и побеседовать уже не на ходу. Я когда подошел к «Газели», водитель пьяный, там бежал, там с женой какие-то проблемы семейные решали. В общем, я подошел, еще был, он вообще не реагировал. Тема дискуссии осталась невыясненной, потому как водитель полуторки в сердцах, хлопнув дверью, скрылся в неизвестном направлении. Ничего, ГАИ найдет.